Сейчас я покажу вам семейную видеозапись. Это я. А это мой дедушка. Он был моим первым учителем магии. Мне было лет 10, и он научил меня карточному фокусу с 4 тузами. Прошло много времени с того момента, как я смог в совершенстве овладеть им. А когда мне это удалось, я показывал его всем и решил сделать магию частью своей жизни. Все окружающие считали меня сумасшедшим, за исключением моего дедушки, который всегда поддерживал меня. И я пообещал ему, что если добьюсь успеха на этом поприще, то буду показывать его карточный фокус в своей программе. Мой дедушка умер задолго до того, как я смог устроить большое шоу. Но, дедушка, если ты слышишь меня, сегодня я сдержу свое обещание.